О, все! Блин, причем я его сейчас, наверное, реально найду. Ой! Ну, спасибо, блин! Декарт Экзе и основы убийства и... Сатанинство. Сатанинство, понимаете? Да, какое замечательное слово. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и название данной игры замечательное, я только что прочитал. Вот, это прекрасная, просто модельная, понимаете, физиономия Декарта Экзе, моего злобного крипипастовского альтертега, или как это назвать можно вообще, как это можно охарактеризовать. Вот это вот, что он такое держит, я не понимаю, это такая адская бутылка, на которую он сажает всех непослушных чертей в аду, наверное. Ну, в общем, давайте смотреть, как вы уже поняли, Декарт Экзе у нас вместо Балди, как это будет выглядеть, сейчас мы поглядим. Пожаловать, школа, мой дом. Вау. Такой именно... Вот смотрите, мы видим половину Декарта, да, отсеченную половину хлебала Декарта, одну ногу, да, то есть одноногий. Одноногий половинчатый хлебальный Декарт, очень модно одетый, да, одевается прям как я в реальной жизни практически. Кабинет номер 666, ну-ка, что тут? Правила школы, следует соблюдать школьные правила, не бегать, не входить в кабинет, не хулиганить, не пить, не избегать наказания. Понятно, тут ничего не поменялось. Так, идемте тогда сюда. Сейчас мы с вами... Так, какая довольная рожа. Так, 7 и давай 13. Неплохо. Неплохо, пока все... Почему тут Балди? Так, автор, что здесь делает? Что это за лысый хрен такой? С красными губами. Тут должен быть только... Нормально. Просто нажми на него левой клавишей мыши, и он будет твоим. Мою рожу уже чеканит на монетах. Представляете себе, какая я великая знаменитость. Так, давайте дальше. 11. 4. Ну-ка. О, все. Вот это уже жестко, ребята. Вот это уже серьезный папандос, как говорится. Это мы уже попали. Сейчас за мной будет охотиться... Ну-ка. Ой, понятно. Че-че-че? А, мне показалось, что у него какая-то анимация на лице. Нет, почудилось. Там, по-моему, какой-то майнкрафтер пробежал. Я так увидел мельком. Я ж не ошибся, да, это ж он и есть. Так, а, давайте я не туда пошел. Давайте мы... А, все, туда уже нельзя. Ладно, я понял. Тогда идем сюда, пофиг. Только для педофилов. Понятно, там педагогов и педофилов. А, вот ты кто, майнкрафтер. Ты майнкрафтер, который будет насиловать мне мозг, да? Понятно. Ну ты, по крайней мере... Господи, а чё он так быстро как-то? Мне кажется, или Декарт так забыстрее перемещается, чем обычный Балди? Ну-ка, сейчас мы еще раз заценим. Смотрите, я по-быстрому, пожалуй, соберу всю эту красоту, да? Давай, 8, давай. Минус 9 и 15. Да, отлично. Очень выразительная мимика. Очень выразительная мимика, товарищ Декарт. Так, все, давайте вот это заберем тоже. Простите, слишком ленив, чтобы идеально сделать мод. Ну, это же никто в этом и не сомневался. Так, минус 3, давай 3. О, все, сейчас. Злоба, режим злобы. Я хочу посмотреть, что там со шваброй. Ну, швабра, мне что-то кажется, что швабра не поменялась. Я не знаю, я сейчас проверю, конечно, но у меня такое ощущение, что швабра осталась по-прежнему. Майнкрафтера добавили, да, а тут, я думаю, швабра и будет. Ну, проверяем. О, Соник Экзе! Соник Экзе стал поломойщиком, зашибись. Вот так вот, ребят. Вот, видите, наказание какое. Такое, что тебе надо? Не, не хочу! Че, вот был Соник Экзе злобным монстром. Вот за... Так, а это директор, да? Да заткнись, нахер! Так, минус 7. Так, 13. 2, окей, тут даже... Тут нету злобной рожи. Почему нет злобной рожи Декарт Экзе? Она бы добавила атмосферу. Ой, блин. Блин, это плохо. И ножницы я вот прямо вот здесь вот они. Прямо вот здесь вот. А, тесак. Тут даже не ножницы, тут тесак. Да пошел ты! 15 секунд. Время наказания. Какой интересный голос-то у тебя стал. Лунтик Икс. Прям... А! Ой-ой-ой. Ой, все, жопа. Все, до свидания. До свидания, ребята. Поиграли, да. Не, ну подождите, это как-то следует. Что-то я не понимаю, он какой-то реально ускоренный. Мне реально кажется, что он ускоренный. Между прочим, в нем сейчас на секунду промелькнул Балди. Это как понимать? Так, 4 минус 1, давай, 4. Во, вот так все, давай. Просто идеальная физиономия получилась. Да, это же с аватарки, по-моему, да. По-моему, да. Идеальная рожа. Просто
Так, такая тупизна в ней отражается, по-моему. Минус 2 давай и 3. Вот, все. О-хо-хо-хо. Страшно, да? На самом деле, нихера. Ну ладно. Так. В принципе, мне хотелось бы хотя бы посмотреть, как Sonic XZ полы моет. Ну, как бы это, я считаю, это стоит того. Надо дотерпеть как-то до этого момента. Я пока попробую выжить. Ой, блядь. Вот что бывает, когда рано утром встаешь, чтобы ролик делать, понимаете, ребята? Так, ой, иди-ка сюда. Нет, не иди. Папайрус там бегает. А что Папайрус делает? А что Папайрус? Папайрус кто? Подождите, мне еще надо, наверное, это. Дикола лимон. Самый вкусный напиток, свежесть, энергия, бодрость. Ждешь или нет, но я иду. Давай играть! А? Балди стал... Меня? Как это? Ну что, офигеть. Поехали! Балди понизили в должности. О, ну спасибо, чувак. Ну ему, кстати, слушайте, ему подходит эта морда, на самом деле. Все, ты ушел, да? Я желаю поиграть с кем-нибудь. Не надо со мной ничего желать. Я тебя... Блин, а. Но он меня прям к нему-то толкает. Ну что ж ты будешь делать? Правила школы. Так, 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 так. Ты куда? Не-е-е-е, все, иди нахер! Козлина! Я желаю поиграть с кем-нибудь. Квадратноголовая, блин. Так, я желаю поиграть, я желаю, чтобы ты, блин, сдох нахер уже. Отстань от меня. У тебя там кирка, можешь сесть на нее жопой и сидеть долгое время. Так. А ты посмотри. Ну что ты будешь делать? Давай играть, поехали. Это косяк. Раз. А, что это такое? Три. Тролло. Четыре. Какой-то тролло я выплеснул на этого мудака. Там прям все собрались, ну я просто не понимаю. Прям все собрались вообще просто. А где Соника Экзета со шваброй не хватает? Ну серьезно, когда он появится? Так, давайте вот. Воу! Ух ты, интересно, какая надпись-то. Урок, наверное, был такой прикольный вообще. Учитель был с юмором такой. Просто написал на доске «Воу». А теперь пошли нахер, школота вонючая. Я не хочу вас учить. Все, «Воу» вам хватит. Запомните это. Перескажите мне на следующем уроке. А! Так, стоп. Стоп. Надо снова взять вот... О, все. Его крипипастовское величество вышло на охоту. Блин, причем я его сейчас, наверное, реально найду. Он как-то... Ой! Ну спасибо, блин! Ну спасибо, блин, огромное! Только мне так могло фартануть, а? О, смотрите, я в этом самом, я в кабинете. Давайте почитаем. Стив постоянно ищет настоящего Декарта, чтобы попытаться уговорить его вернуться в Майнкрафт. Поэтому просит всех поиграть с ним в Майнкрафт. Вот ты кто, значит, да? Папайрус, он является стражем входа в подземное царство. Любимый персонаж настоящего Декарта. Это правда, да. Ну, из Undertale, не самый любимый. Декарт Экзе, дьявольская копия блогера Декарта. Летсплейщика, я не блогер. Так же, как и Балди, бьет за неверный ответ. Скорее всего, он Экзектор. Блин, а он мне сейчас отэкзекторит меня тут по полной. Ну, отойди, дай дочитать. Лунтик Экс, персонаж из самой упоротой части Лунтик Экс 1. У него в подсознании творится хрень. Мой Лунтик Экзе как сам не относится. Чего? На самом деле его зовут Экзектор, кровожадный убийца в школе Декарта Экзе. Работаем уборщиком, блин, не дал дочитать, говнюк. О, стоит. А не, идет. А куда он идет? Ну, типа Папайрус, типа носка, да, я так понял. Он вместо носка. А там еще кто-то есть, смотрите. Я иду, ждешь или тихо, тихо. Да все, отста... Фух, успел. Обниматор Балди. Еще одно чудо техники. Балди-обниматор. Он обнимает тех, кто отвечает правильно. Он иногда так же, как и Балди, учит всяким урокам. Всяким урокам это, блин, каким? Уроком сексуального воспитания или что-то со своими обнимашками? Курящий хер! Вообще неизвестно, кроме того, что он пародирует Папайруса, а при жизни умер от курения. Я что-то не понял, это кто вообще? Это хулиган? Курящий хер или что? Так, ну-ка, тихо. Так, слушай. Да что ж ты... Вот давай, вот, вытолкай меня, пожалуйста. Обними меня как следует сейчас. Хотя не надо, я в принципе сбежал. Тебя это мне не нравится. Потерпи немножко. Так, все, давайте, короче, какой-нибудь блокнот уже. Тут как, я не знаю, у меня вообще вот в этой игре конкретно не шибко-то получается блокноты собрать. Декарт Экзе какой-то быстрый, по-моему, и куча народу постоянно. Везде, куда бы я ни пошел, какой-то, знаете, центр Москвы, мать его, по плотности населения. То есть вот этот тебя толкает, там потом сразу мудак со скакалкой подходит. Киркой со своей вонючей, блин, жопной. И... И, конечно же, да! Как же я мог забыть? Чувак, спасай, серьезно, спасай, меня сейчас эта сволочь поймает. Да все, отвали. Только для педоф...
Ну, понятно, понятно. Сейчас он меня... Ну, сейчас он меня заловит. Куда деваться? Так. Интересно. И как из такого... Из такой ситуации выпутываться? Ай-яй-яй! 15 секунд. Блин, ну не мог жопой прикрыть своей. Обниматор. Обниматор Балди, блин. Так, ладно. Ждем, когда у меня хоть немножко восстановится энергии. Три блокнота. Три блокнота я собрал. Все, бегу. Ух, блин! Убежал! Нихера, он прям-то... Давай играть! Все, он давай туда... Играть. Да блин! Давай играть! Вот Ладно, в общем, вот такая вот модификация. Я ее, в принципе, все равно проходить не собирался до конца, поэтому вот показал, по-моему, все, что можно. Даже Соника Экзе на швабре показал, который, сволочь такая, меня очень сильно подвел примерно в середине этого видео. Вот так вот, сатанинство, основы сатанинства замечательные мы с вами посмотрели. На этом можно и завершать. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.